Привет, мастеровым ютубовцам, тема глушитель. Вот такой вот красавец. Появилась такая проблема, значит, заводится хорошо, едет вроде поначалу хорошо, но когда газ даешь, значит, он начинает типа захлебываться, двигатель. Я, как и все, начал с самого простого, то есть разобрал карбюратор, раза два его почистил, жеклеры все эти крутил туда-сюда, круть-верть, и холостые добавлял, и что я только не делал, иглу, значит, это самое переставлял, выше-ниже, вот, раза три, наверное, почистил, нифига не помогло. Ну, потом уже дошел до сложного, думаю, надо все-таки разобрать этот самый, вот этот вот глушитель. Значит, какие тут нюансы в этом глушителе? Значит, выпаливать его надо. Лучше всего выпаливать это на улице. Значит, там свежий воздух, то все 5-10. Но у меня такой возможности не было. И я, значит, его это самое выпалил дома, вот это самое, в летней кухне, так сказать. Поставил вентилятор. Дымище, конечно, копотище страшное. На костре если выпаливать, то и хоть где. Его надо часа 3, не меньше. Значит, нюансы здесь какие? Его правильно надо ставить. Значит, так поставить или так поставить. Здесь это очень важно, потому что скопление вот этого масла, там оно, значит, это самое, там туда стекает, сюда стекает. Я буду, значит, молча, вы тут смотрите, куда его переворачиваю, туда-сюда. В наглядности мы его взвесим перед тем, как выпаливать, и потом после того, как мы выпалили, вот там уже будет виден результат. Нифига себе, как оно еще ездило. Такое тяжелое, блин. Краской глушителя. Вот такой вот. Значит, красил я раньше олифа и плюс серебрянка. Вот, ну как мне подсказали, и я попробовал лучше второй метод, который сейчас и покажу.
серебрянка. Жидкое стекло. Калийное лучше. Буквально 10 минут прошло, уже не липнет. Лифай тоже нормально, но вот этот метод лучше. Вот тут чуток. Так и так. Сделаем до конца его, кажется, художественным произведением. Вот у меня еще есть бутра, вот такая вот бронзовая. Вот, но я не буду показывать, как это все делается. Тут понятно. То же самое, значит, система. Жидкое стекло, разбавляем. И все это дело подкрашиваем. Технология сушки приносить жидким стеклом. Значит, 70 градусов, часов 7. Вот, потом, значит, его нагревают до 300 градусов. Вот, и он потом твердеет, что, значит, его не берет ни бензин, никакие растворители. Вот, ну, в натуральном виде, значит, как я, значит, делаю. Покрасил это все дело, на солнышко поставил его. Оно прогрелось, там 70 градусов есть, потому что лето. Вот потом поставил его, на следующий день уже ставлю после прогрева на скутер. Вот он нагревается самостоятельно, кажется, и это дело все костенеет. Ничем оно потом не берется. Всем спасибо за внимание. Если кому-то помог, значит, ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал, где я буду показывать вот такие вот незатейливые вещи. Всем всего.